Армянский народ, хоть и ругает Никола Пашиняна, но в душе понимает, что в сложившихся геополитических условиях, когда совпали интересы Москвы, Баку и Анкары, да и Брюсселя по ходу, вариантов отыграть назад у нас нет. Так что лучше иметь у власти лучшее из худшего, чем худшее из худшего. Как бы ни прискорбно это было признавать. Как передает Ахар Ас, таким мнением поделился армянский политический обозреватель Тевос Аршакян. По его словам, в Армении сегодня проходят акции протеста, но этого не хватит, чтобы свергнуть Пашиняна. В Армении настал кульминационный момент. Большая часть общества в душе презирает бывших и не готова ради них идти на баррикады. Тем более простые люди видят цинизм и трусость главных оппозиционных сил Армении. Ради чего нас призывают на акции сопротивления? Ради столь необходимого нашему народу сплочения? Нет, конечно. Что предлагает нам оппозиция? Какой выход и ситуация она готова предложить? Да, кочеряновцы и сержиковцы с пеной у рта критикуют бестолковые действия властей, трехстороннее заявление о прекращении военных действий, закрепившее наше поражение. Но ведь при этом они не говорят открыто, что от заявления нужно отказаться. Понимают ведь, что там подпись Путина. А что они предлагают и обещают? Отмечает армянский эксперт. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.